Так, Юпитер, 9 июня 2021 год, Харьков, 4.32 по Киеву, Харьков, дубль 3. Уже совершенно светло, пришлось мне уменьшить выдержку. Дабы полюбоваться нашим замечательным газовым гигантом. Сатурна я найти не успел, слишком светло. Так, сейчас увеличу выдержку, и возможно будет видно и спутники. Вообще классно плывет, вообще не колебания атмосферы земной. Ветра нет, я хотел сказать. Ничего не шевелится, сейчас только я попробую не упустить. Наш прекрасный Юпитер. Так, увеличиваю выдержку. Как светло, как привет вообще. Это надо даже резкость невозможно навести. Ее и так невозможно навести. Да, ну спутники в окуляр-то видны, но, наверное, уже на экране не будет видно. Справа спутник Ио, левее спаренный Ганимед Европа. Калисто, ну уже еле-еле я его вижу. Кучно они, конечно, сейчас не в разброс, как часто. Что еле-еле в кадр все вместе вмещается, а рядышком совсем. Шестьсот 97 миллионов километров. Так, ну вот максимальная выдержка. Да, ну вот Ио сейчас прямо по краю экрана ползет. Может даже и будет видно. Вверх поднимается. Сдвоенный этот дуплет слева от Юпитера. Ганимед, Европа. В общем-то тоже различим. Вот Каллисто, конечно, совершенно мутным пятнышком. Даже в окуляре видим. Так вот влез, вполз в экран слева, и его, я его вижу, сейчас появится, значит, Юпитер, вот это он. Ни с кем не путаем. Какая красотень. Так, фотоаппарат Nikon Coolpix P1000, никаких телескопов сразу. Забыл в предыдущих дублях сказать, что никаких телескопов у меня нет. Это просто фотоаппарат и все. И штатив, конечно. Иначе дрожание было бы. Куда более непереносимым, чем сейчас. Так, пробую сейчас опять поиграть на нервах. Ну, наверное, вот эта резкость, все, что я могу сейчас продемонстрировать. Небо немножко мутноватенькое, дымка присутствует. Ну, как я и говорил в предыдущих дублях, это у нас традиционно.
Хорошо. 9 июня. июня 2021 год, Харьков, 4:37 по Киеву. Харькове жаль, что Сатурна не зацепили, поздно я очухался. Светло, светло. То есть бах, и прилетели на Юпитер. Разве не красота? Техника современная, просто чудо какое-то. Еще раз зум назад, как-то это прозвучало, в обратном направлении зум, анзумирую. Так, сейчас уменьшу выдержку, чтобы у нас хоть чуть-чуть темненько стало. Тогда зумирование больше эффект даст. Говорят, купи телескоп. Ну, разве я могу телескопом от соседнего столба на Юпитер слетать в кадре? Конечно, не могу. Так что не просите и не уговаривайте. Помимо потрясающей портативности, в карман шорт-штатив сложил. На грудь фотоаппарат повесил и куда хочешь. Никакие огромные тубусы в руках не таскаешь. Так, боже, какая же ты красивая планетка, а?